Друзья, привет всем! С вами, как всегда, Бард Дедов, и я продолжаю цикл передач из серии «Америка как есть». И сегодня я предлагаю сюжет на тему «Нью-Йорк. Весна. Центральный парк». Сразу хочу сказать, что этот сюжет и этот материал был отснят довольно давно. Это было конец марта, начало апреля. Просто у нас был запланированный поход в Центральный парк города Нью-Йорка. Я взял с собой камеру и по ходу движения снимал все, что происходило вокруг меня. Целей и задач особых я никаких не ставил, просто снимал один из весенних дней города Нью-Йорка. Что из этого получилось, судите и посмотрите сами. Может быть, кому-то это будет интересно. Ну что же, увидимся!